изображение, Юрий же здесь, в центральном аналое в храме, можете все посмотреть. Икона является для монастыря Свято-Троицкого своей местной чтимой именно иконой. К ней прибегают иноки этой обители, приезжающие люди, и получают просимое. Всякие в жизни бывают обстоятельства, касающиеся как человека, как его внутренней, так и внешней его жизни. Но Матерь Божия всегда отвечает на те или иные вопрошения людей. Проблем бывает много у каждого из нас с вами. Устроение своей судьбы, своей жизни, как она сложится, если еще человек молодой. Становится постарше, появляется семья, дети, то уже беспокойство о своей семье, о своем потомстве, как оно будет жить. И, конечно, что нужно прежде всего делать? Молиться. Молиться Господу, молиться Пресвятой Богородице. Вот когда мы с вами празднуем праздник, связанный с именем Пресвятой Богородицы, или великий праздник, Успение, Рождество, введение в храм, Благовещение, или праздник, относящийся к чудотворным иконам Казанской, Иверской, Владимирской, Тихвинской, вот, иконы всех скорбящих радости, всегда вкрадывается определенное чувство. Именно не только вкрадывается, но и складывается такое впечатление, что мы живем в двух таких очень для человека важных мирах. В мире внешнем и в мире внутреннем. И вот кажущееся такое раздвоение может, конечно, привести человека именно к его такому духовному возрождению, а с другой стороны может привести и к духовному падению, к сумасшествию, если человек неправильно ведет духовный образ жизни. Вот духовное восхождение начинается тогда, когда наша внутренняя жизнь, духовная жизнь соизмеряется и с нашей внешней именно жизнью христианина. Как это происходит? Ну вот, мы с вами, пожалуйста, простой пример, стоящие в храме на молитве. Мы можем телом пребывать здесь, а умом бродить во всяких различных местностях. Был такой случай с царем Иваном Грозным. Он задумал строить храм на Воробьевых горах. И вот, будучи за воскресной божественной литургией в Успенском храме Московского Кремля, он стоял, молился и думал о строительстве, как построить, сколько строителей надо, сколько досок надо. Закончилась божественная литургия, он выходит, а в это время жил такой известный в Москве юродивый Василий, московский юродивый. А Василий стоял и смотрел за царем-батюшкой. Когда царь вышел, пошел к выходу, то Василий подошел к нему и говорит: «Царь-батюшка, что ж ты на божественную литургию воскресную ты не приходишь-то? Что ты говоришь, дурак? Как ты никак? Я вот был только сегодня за божественную литургию». «Да не был ты, ты всю службу проходил по Воробьевым горам». Вот так и с нами, дорогие мои братья и сестры, часто случается. Мы стоим на молитве, присутствуем в храме, в то же время мы где-то находимся в совсем других местностях, бродим по тем, именно вспоминаем те моменты жизни, обиды, обидчиков, желаем всего хорошего в кавычках, да, вот, как у нас часто бывает. Вот. Ну, тебя же Бог накажет обязательно, ты же меня-то обидел, а тебя Бог накажет вот так, когда-нибудь. Хорошего желаю. Вот. Такое, конечно, раздвоение это бывает греховное. Мы себя должны приводить именно к единому. В едином существе, в три ипостаси, да, чтобы дух, душа и тело было воедино. Когда человек начинает раздваиваться, расстраиваться, раз
четыре вы целых, распятериться, то, конечно, с человеком ничего хорошего не происходит. Происходит так называемое сумасшествие, он может сойти с ума. Когда начинает слушать какие-то голоса, которые предлагают ему это сделать, то сделать, другое сделать. И человек поддается таким голосам, считает, что эти голоса, голоса такие, ну, относящиеся к духовной жизни. Относящиеся как раз к тому, что они могут привести его к добру. Но как раз это бывает наоборот. Такие голоса именно стараются привести человека не к добру, а наоборот к погибели. И вот тут мы сталкиваемся с другим миром, с невидимым миром. Если видимый мир человек тут кое-как познает, что-то познал, конечно, многого совершенно еще не знает в видимом мире, то о невидимом мире он не знает совсем ничего. Он только предполагает. А ведь невидимый мир, ведь он именно еще более насыщенный, чем мир видимый. И в этом невидимом мире присутствует Господь, Пресвятая Богородица, ангелы, святые, но в то же время присутствуют бесы, которые всячески стараются и нападают на каждого человека. Именно их желание привести их в ад и в погибель вечную, быть своими союзниками в той жизни. Вот здесь мы с вами, дорогие мои братья и сестры, должны как раз и прибегать, и соединять всего себя в молитве Господу Иисусу Христу. Всего себя соединять, чтобы наше и разум, и сердце, и душа была именно в молитве. Тогда мы с вами соединяемся с Господом. А если мы вот так ходим где-то совсем по другим полям и степям и по городам, то, конечно, с нами происходит раздвоение. Человек бывает на молитве, а в то же время он на этой молитве совершенно и не присутствует. И вот Пресвятая Богородица, которая именно живой перешла в тот мир невидимый, переселилась она в этот мир, потому что взял ее, Сын ее, Господь Иисус Христос, взял ее с собой во время события Успения Пресвятой Богородицы, не смерти, а именно Успения, потому что Матерь Божия уснула. И мы в тропаре этого праздника так и поем. В Рождестве детство сохранилось, и в успении мира не оставилось, и Богородица приставилась и к животу, то есть приставилась и к жизни, Мать Иисущая живота, и молитвами Твоими избавляющая от смерти души наши. Вот Пресвятая Богородица приставилась, то есть уснув, она перешла в иной мир, мир невидимый, с которого она каждый раз молится и спасает каждого из нас. Ибо во время страшного события, когда Господа Иисуса Христа распинали, она испытала страшнейшую боль. Эта боль осталась и не в сердце, за весь род человеческий. Есть такая икона на Святой горе Афон, где Матерь Божия отнимает ручку с младенца Христа от своих уст. Потому что есть такое предание в одном из афонских монастырей, когда Господь захотел наказать монахов этого монастыря. А Матерь Божия стала просить его, отнимая руку, не наказывай их, они ведь исправятся. Тогда Господь сказал, это заповедь есть такая, почитать родителей своих, вот я тебя почитаю, значит, я этого не сделаю, не накажу их. Только у Матерь Божией есть такая привилегия отнимать руку от своих уст. Ни у кого нет такой привилегии. Ни одного святого, ни у апостола, ни святителя, ни старца никакого нет. Только у нее, у Пресвятой Богородицы, есть такая привилегия. Отнимать именно руку от своих уст, чтобы сказать сыну своему о помиловании рода человеческого. И мы знаем, что в последние времена, конечно, именно. А для нас оно всегда последнее время, для христианина, потому что, конечно, вот мы сейчас можем с вами выйти из храма Божия, да, и умереть. Вот. Сколько раз такого бывало? Умрем и все. Поэтому Матерь Божия, она печется постоянно. Вот. Печется и желает, чтобы мы все с вами пришли, именно спаслись и пришли в познание истины. Вот что она желает. И молится за нас.
Поэтому множество всяких стрел и камней летит из того невидимого, населенного, густо населенного невидимого мира в нас, в каждого из нас. Но эти стрелы и камни во множественном количестве пролетают мимо нас. Почему пролетают? А потому что за нас молится Пресвятая Богородица. И ведь важно, какая душа откликнется на эту молитву, на этот призыв покаяния. А если мы с вами не будем откликаться, а если будем с вами лениться, а если скажем, что нам этого не надо, а сколько людей, которые зачерствели в своей такой греховной жизни, что не желают изменять свой образ жизни, то есть приходить к покаянию, и за них надо молиться. Обязательно надо молиться. Как у одного старца современного, отца Порфирия, спросили, а он уже умер, это греческий старец, скончался в конце 80-х годов прошлого столетия, когда к нему приходили родители и просили за своих детей, что нам делать? Дети уже взрослые стали. Молиться за них надо. Усердно надо за них молиться, и крепко за них надо тоже молиться. И прежде всего за своих детей. Вот и Матерь Божия, как за чад своих, нас, она молится. Молится своему сыну. Чтобы вот эти камни, стрелы, которые именно так хотят в нас поранить, а кого-то и сильно ранить, чтобы человек упал и больше не поднялся, они пролетают мимо нас. И молитвами она нас, дорогие мои, спасает. Вот это нам надо об этом помнить. И брать пример с Пресвятой Богородицы, молиться за своих чад. Потому что когда чады вырастают, и уже они стали непослушными, потому что в свое время, когда они были маленькие, мы ленились за ними ухаживать, воспитывать их. Вниманием мало уделяли, потому что собой занимались в это время. Стали небольшие. И, конечно, когда маленькие дети, эти маленькие хлопоты, маленькие проблемы, когда ребенок вырастает, становятся уже хлопоты намного-намного больше, и проблемы, конечно, становятся большими. И вот отец Порфирий так и говорил одному человеку, пришедшему, чтобы рассказать о своем сыне, который ранее был таким же благочестивым юношей, ходил в воскресную школу в Греции, а потом вот увидел красоты в кавычках этого мира, ими стал прельщаться. И вот отец Порфирий так и сказал, ты молись за него, за своего сына, обязательно все устроится. И вот когда родители истинно начинают молиться за своих детей, то именно жизнь детей устрояется. Как сказано, именно дом у детей устрояется молитвами родителей. Вот, дорогие мои, вы здесь люди в основном взрослые, детишек мало здесь сегодня было. Поэтому к нам это ко всем относится, потому что мы в той или иной мере являемся воспитателями, родителями кого-то, влияем на кого-то. Мы можем оказывать какое-то доброе влияние на того или иного человека, а можем оказать и злое влияние своим поведением. Поэтому здесь, дорогие мои, от нас тоже очень много зависит. То есть не только от тех людей, за которых мы молимся, но и от нас с вами, которые именно с которыми мы вместе живем. Вот, друзья мои, как важна молитва друг за друга. Вот как мы должны именно важно для нас ощутить покров Пресвятой Богородицы, ее защиту для нас, ее любовь к нам. Что она и делает, и бережет нас с вами. Давно бы нас с вами не было, давно бы уже бы с вами вот здесь стоящих. Но чем мы живем? Молитвами Пресвятой Богородицы, наших родителей, которые жили до нас предков, они тоже за нас молятся. Вот этим мы с вами, дорогие, мы живем. Поэтому нам надо именно свой труд такой и прикладывать к этому, потому что самое главное – наш труд – это устроение человеческой души. Чтобы она была богоподобна, а не дьяволоподобная. Чтобы говорили, что смотри, это человек как ангел, а другом говорят, в нем как бес вселился, мы это знаем, да? И на самом деле вселяется
потому что множество всяческих, как говорится, сигналов к нам летит из невидимого мира. И не всегда эти сигналы, как мы знаем, добрые. Они приходят на виде всяких мыслей и помыслов. Сделай то, сделай этого. Особенно, когда мы с вами в гневе и в раздражении. Да, можем много всяких глупостей наделать. Почему? А потому что в этот момент как раз враг рода человеческого и шепчет нам всякие глупости и всякие такие страшные вещи, чтобы мы сделали. Поэтому мы с вами здесь должны быть очень-очень внимательны. Потому что человек, он живет не только в этом мире, в котором мы сейчас находимся, да, вот видим друг друга в телесном мире, но и живет и совсем еще в другом мире, в мире духовном, в мире невидимом, в мире очень сложном. Но в мире, где есть для нас и помощь, и защита, и любовь, и в то же время в том мире, с которого может нам прийти и погибель. Поэтому, дорогие мои, будьте внимательны к себе, слушайте те позывы, которые приходят, да, особенно в разные моменты нашей жизни, стоит их исполнять или не стоит, стоит ли разговаривать или откликаться на те помыслы и мысли, которые часто приходят вдруг откуда-то извне. Вот к нам, православным христианам, очень просто это разгадать. Встаньте на молитву и молитесь. Вот когда мы молимся, вдруг увидим, сколько мыслей приходит различных, да, совершенно множество. Когда мы придерживаемся молитвы, что такое молитва? Это разговор с Богом. Вот кто хочет нас отвлечь от разговора с Богом? Конечно, мы знаем, кто хочет, враг рода человеческого. Вот все очень просто. Молитва есть некий такой стержень и некий такой, ну, определитель этих дурных мыслей, которые приходят извне. Мы с Богом говорим, а нас отвлекают. Кто отвлекает? А тот, кто не хочет, чтобы мы с Богом разговаривали. Вот кто. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, не забывайте о нашем самом главном делании. Да? Прежде всего, быть с Господом Иисусом Христом, с Пресвятой Богородицей, с нашими святыми, которые всегда нам будут помогать. А Матерь Божия, ведь она печется о нас, и нас очень с вами всех любит. Ну, пусть Матерь Божия вас покрывает и хранит. Господь с вами, с праздником! Я вас благодарю за сегодняшнее совместное богослужение, за молитвы, кто приехал, разделил с нами, с братьями этой обители, праздничное богослужение. Благодарю. Священство, здесь приехавшее, тоже разделило с нами праздник. Матушку Игю, игумени Серафиму, спаси Господи, приехала, тоже с нами праздник разделила. Хор Святого Праведного Иоанна Кронштадтского с регентом Ильёй, спаси вас Господи, за пение чудесное. И вас всех, вот кто помогал устраивать этот праздник и помогает всегда этой обители, несмотря на то, что и бывает очень тяжело, но мы видим, как потихонечку обитель начинает вставать из той разрухи, которая она была. Не так быстро, как бы хотелось. Ну что сделаешь? У каждого по-разному бывает. Поэтому я желаю отцу Петру в трудах своих не ослабевать, не оскудевать, вот, возлагать полную повадню на Господа Иисуса Христа, а за смирение, батюшка Господь, даст очень и очень много. Мира вам всем и Божие благословение, и любовь Божией Матери. Господь с вами.